Здравия желаю каждому. Запасайтесь чайничком, как я. А я хочу сказать тебе вот что. Сейчас у нас будет новая серия лучшего наркомана, подписчика, предателя, драчуна, сталкивателя. Ну, ты сам понимаешь, да, про какую я рубрику говорю? Меня многие всегда просят и спрашивают, ну, Эдисон, где новая серия? Вот она. И это самый последний ролик, который я записал в Новосибирске. И решил я его выложить только сейчас. А если ты хочешь видеть новую серию лучшего Майнкрафтера, ты знаешь, что нужно делать. Хлебануть чайка за мое здоровье. Вперед! Что-то грустно у нас как-то на селе. Грустно. Костя, ты там случайно товар не принес? Товар, чтобы развеселить нас. Товар, Костя. Принес? Кость, давай. Весели нас, Костя, давай. Мы ждем, а то скучно, скучно. На счет три. Давай, раз, Костя, давай. Два, три, пошло. Твою дивизию интро. Что ты включил там, дебил? Это лезгинка! Костя, Костя, да, не надо было Костю убивать, надо было ему разрешить лезгинку станцевать. Костя, Костя, давай лезгинку. Ай, ай, Костя, Костя, Костя. Забодали бедного Костянчика. Пока Костя танцует лезгинку, подписывайся на канал, чтобы не пропускать нашу очередную наркоманию. И, конечно же, не забывай ставить лайкусик. Костя, давай, давай, танцуем лезгинку, все вместе. Лезгинка, 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 пока танцуем лезгинку, я запускаю карту. Фу. Я ж с вами... Останавливай, хватит, Костя, ты доказал, что настоящий грузин, Костя, настоящий. Только одна проблемка, это была армянская. Костя, извини. Это я дебил тогда, извини. Это армянская лезгинка. Ладно, я шучу, это грузино-армянская. Грузино-армянская, так, все бан, Костя, это точно бан, Костя. Да не надо, пожалуйста. Подожди. Напиши в комментах, если ждал новую серию очередной наркомании. Мне кажется, многие ждали. В смысле нет, Мия, мне кажется, многие ждали. Главное, чтобы меня не шандарахнуло. О, появил кого-то в домике. Хлебушек горит! Хлебушек не горит, дай тебе потушу, хлебушек. Хлеб! Ой! Тушим хлебушка! Да не да! Да твою дивизию! Там кто снова? Новый думает! Ладно, сейчас будет Get Inside, просто вангую, Get Inside. О, ну почти угадал. Почти угадал, но это было почти. Это было очень близко. Стасик, не подходи, а то он на меня шел. Опа. Опа, опа, да мне здесь нормально, надеюсь, на меня ничего не упадет. Как? Константин Петрович. Чур, дерево мое! Я первый сказал, все сваливайте отсюда, это мое дерево. Я здесь буду. 200 тысяч. Чё? Я здесь подожду, мне здесь нормально, Мия. А сейчас будет... Ой, ну почти. О, хоть бы у хлебушка залагало. А, тут же можно стоять. Не надо. Чё они на меня напали? Вы чё, охренели? Как в кассу полезли? И бетились, парни. Вы чё, охренели на кассу? Чё там? Биби. Скандида, обходма. Слушай, не надо материться на грузинском. Он обозвал. Да кто там куда стреляет, а? Где газ? А, все, нормально. Кто-то умер? Мне кажется, никто не умер. Поэтому все нормально. Хлебушек умер! Хлеб, ну как так-то? Ай, Никич. Ай, Никич. Ай. Хорошо. Ну, в принципе... Никича не пускать. Да всех не пускать. Толкайте Никича. Да, да, нажимайте. Там трое умерло, трое. Мия, мы справились. Костя, давай. Что, как? Ой, кто умер? Слово сойдет с ума. Костя, ладно, все. Хватит. Бан. Это бан, Костя. Не надо больше. Не надо. Все, больше не буду. Ой. Хорошо. Там сюда. Не туда. Да твою дивизию, Эдуард Перец. Я сейчас перец съем. Я перец съем. Он выжил!
Он выжил! Он выжил! Там такая дырень огромная была, как он выжил. Чур! Ну ладно, хорошо. Вообще-то, мы можем все вместе жить. Давайте жить дружно. Не надо. Ну хотя надо, да. Ой, шапка. Ой. Так, до свидания. Так, хорошо, хорошо. Зомбаки! Я вагонетку вижу, там чья-то вагонетка, я не знаю. Забирайте сами, забирайте. Это моя. Нет, да, Никич, да ты, чёрта, хватит драться. Бейте его все, так как он дерется. Сталкивайте кого-то уже наконец-то! Почему вы ко мне в двери ломитесь, дебилы? Давай, Никича. Мия, нет! Сталкивайте! Да стуки, давай! Кто умер? Он упал! Никич! Никич! Мия, дай пять! Мия, дай пять! Пошел вон, я тебя обиделся! Уйди, 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 пожалуйста! А можно меня, пожалуйста? Чё? А чё сейчас будет? А это что? В смысле? Что это такое? Подожди, подожди, Никич, подожди! Ну такого? Файер? Твою... Смотри, чё, Никич, подожди! Никич, успокойся, первый раз такое задание! Что это там такое происходит? Что это? Мамочки! Ребята! Хлеб, беги! Хлеб, беги оттуда! Хлеб, беги! Хлеб, беги! Беги, что это? Нет, ты не пройдёшь! Что это за хлеб? Я первый раз такую не вижу! Что это? Какой огонь! Это новый стул! Слушайте, мне страшно! Оно все горит здесь! Ребята! Горите! Слушай, мне сейчас страшно было, ёхуный бабай! Подождите, такого никогда не было, да? Да, я сейчас немножко испугался. Мия, ты знаешь, что надо делать. Да ёб твою дивизию, Эдисон! Хватит! Ах ты чертов... Деру! 17! Бейте этого деруна! Да я-то монстр даже ливнула, подожди! Костя, успокойся! Ты чё всех бьёшь? Ты чё всех бьёшь? Кого он бил? Я никого не бью! Меня хлеб уже бил! Get Inside, да? Get Inside, по идее, должен быть или... Нет, не будет, ничего не будет. Ну, почти, да, вот видите? Я залезу сюда наверх, Никич, здесь все нормально. Спасайся, Никич! Нет, блин, Никич, я тебя ненавижу! Ты самый злой человек во всем мире! Я знаю, что я сделаю, когда тебя увижу! Я возьму палку своего одноклассника и вставлю его тебе в нос! Мне теперь чай нельзя. Костя, не... Костя! Ага. Опять эта фигня, господи, я сейчас умру от страха. Опять Файер это. Где оно? Она вон там, вот она. Ааа, что это за дичь? Дерево, подожди дерево, пожалуйста, подожди дерево. Мусор, зачем ты спрыгнул? Главное, чтобы даже дом горит. Нет, твою дивизию, ах-та-ха-ха-ха-ха. Тихо, Костя, дебил, не отматериться. Не надо материться на грузинском, Костя! Мама по-другому будет. Хлеб, беги! Мама, это Дэн. Да без разницы! Да ничего я про твою маму не говорил. Да все хватит! Опа! Подождите, если здесь задание про криперов, то значит есть и криперы. Вызови их. Это что? Подождите. Зря вы меня... Подождите. Это что? Мы все? Подождите, это что сейчас было такое? Что сейчас было? Все подохли. Я что-то ничего не понял. Мои мозги. Так, вы меня просили вызвать крипера. Вы меня просили, чтобы я какой-то задал... Чё это за дичь сейчас был? Да, давайте еще раз по кругу, пожалуйста. Меня попросили какое-то задание новое запустить, я его запустил. Чё это сейчас было, я не имею ни малейшего представления. Давайте еще раз попробуем. Это все Костя. Ребята, не надо толкаться, плиз. Ну дайте посмотреть нормально. Давайте, хорошо. Я вызываю, я не знаю, что сейчас будет. Просто его убрать или нет? Я не знаю. Беги. Подожди. Ёшкан! А, нет!
Бегите! Подожди, нет. Мама! Это что там, моя мама что ли прибежала? Да... Что? Стасик, как? Зачем ты там стала? У меня такой вопрос! А, если умирать... Так... Я вообще не поняла, куда бежать! Типа, умирают все. А сколько... Не, эта фигня с криперами какая-то слишком баганутая. Как, Хлебушек, как ты выжил? А сколько коинов у каждого? Сколько? 19. 14. Да. А почему у меня 30? Ты чё, читер? У меня 30 коинов. В смысле? У меня 30 коинов! Даже 31 должно было быть, ну да ладно. Короче, я ничего не понимаю, почему у меня 30 коинов, но я предлагаю, Костя, я могу, я-то могу, а ты там можешь лезгинку включить в очередной раз? Костя, лезгинку включай, запускай шарманку, Костя. Давай, мы все ждем. Давай, закатывайте рукава, сейчас будем лезгинку танцевать, только не армянскую, давай грузинскую. Да, это грузинская. Давай, давай. А, не, это дагестанская. Сюда иди. Еще лучше. Ай-ай-ай-ай, Костя, давай. А ты подписывайся на канал прямо сейчас и ставь лайкусик, если хочешь видеть новую серию лучшего Майнкрафтера. Мне кажется, многие будут за, если мы ее еще раз запишем. Пока Костя танцует лезгинку. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Вроде все, да? Дали дури дали дури дали дарале, дали дури дали дури дали дарале, дали дури дали дури дали дарале, Шенгена цвале. Дали дури дали дури дали дарале, дали дури дали дури дали дарале, дали дури дали дури дали дарале, Шенгена цвале.